Сегодня 11 июня, Венето-центре, это итальянское комьюнити, проходит праздник. На этот праздник приглашены наши друзья, индейцы. Церемонию открывают национальные карабинеры. Здесь присутствуют высокие гости. Индейцы принесли вот такие разноцветные перышки, приготовили из ивы вот такие штучки. Розмари показывает девочке, как делать Dream Catcher. Вот он такой. Нужно выбрать веревочку цветную. Or you can choose sinew. What is this? Sinew? Oh, sinew, yeah, okay. Which one do you like? You like a, you're an orange girl? Alrighty. So what you do is, get it? Are you allowed to use scissors? Yes, she's fine. Okay. Вот, я тоже делаю такую штучку. Вот, сделал веревочки такие. Теперь нужно найти красивый камушек. Теперь нужно насадить вот такую бусинку. Вот, потом нужно связать с четырех сторон. И вот получилась такая заготовочка. И получился такой вот, такая вот штучка. Здесь еще есть Learning Center. Это центр, где можно узнать, во-первых, о итальянской культуре. И можно послушать рассказ о культуре других народов. These are all pictures that were made
1800s, 1850s, 18 or 1910. Again, these are just small images of South Central America. This young girl is a pagan girl. This was taken in 1810. Two Arapaho women. Мои друзья готовы начать презентацию. Thank you.
Конечно, танцы с индейцами. Это самая интересная часть презентации индейской культуры. Когда все люди, взявшись за руки, танцуют в общем кругу. Это объединяет людей, делает их добрыми и счастливыми. Конечно, фотография на память о сегодняшнем дне.